Во дворе Казанского университета прошло торжественное открытие памятного знака, посвященного включению астрономических обсерваторий КФУ в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На мероприятии присутствовали ведущие ученые, специалисты в области высшего образования, государственные и общественные деятели. Среди них ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин, государственный советник Республики Татарстан, посол доброй воли ЮНЕСКО Ментимер Шаймиев. Продвижение астрономических обсерваторий Казанского университета в список ЮНЕСКО, она началась фактически давно. Как сам университет, который вкладывает многие-многие годы в историческом плане, огромный вклад в развитие по Российской Федерации и огромный вклад, отдельно взятый в данном случае, нашей республики. Это 4-й объект для Татарстана, 32-й объект для Российской Федерации. Это повышает действительно и престиж, и привлекательность и Татарстана, и Российской Федерации в плане обширного, еще недоосвоенного нашего культурного, исторического, научного наследия. Мы надеемся, что и Российская Федерация, и Республика Татарстан будут дальше работать над тем, чтобы в этом списке появлялись новые объекты. В городе Эр-Рияд, Саудовской Аравии, с 10 по 25 сентября 2023 года проходила 45-я сессия Комитета всемирного наследия, в ходе которой состоялось рассмотрение номинаций от Российской Федерации. Решением комитета в список новых объектов были включены астрономические обсерватории Казанского федерального университета. Это загородный комплекс обсерватории имени Энгельгарта и обсерватория главного здания Казанского университета. На сегодняшний день Республика Татарстан находится в российском списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на первом месте. Это признание мировое, это признание России, это признание наших всех заслуг. И в этот день мне бы хотелось особо отметить наших ученых, ученых КФУ, ученых Академии наук, которые очень над этим сильно работали, и это действительно их большая заслуга. Я хочу особые слова выразить благодарности Фонду Возрождения, который возглавлял и Терешевич возглавляет. Это действительно только при его вот такой активной поддержке, при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства культуры Российской Федерации, мы смогли и сделали то, что по праву действительно считается мировым наследием. 16 мая 2024 год. Дата, которая останется в памяти. Теперь во дворе главного здания установлены информационные знаки, посвященные включению астрономической обсерватории Казанского университета в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такие же отличительные знаки установлены на территории загородного комплекса обсерватории имени Энгельгарта. Далее коллеги переместились в императорский зал вуза. Там прошла панельная дискуссия «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов» с участием председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина, ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина, заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Александра Панкина и ответственного секретаря Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Татьяны Довголенко. Как справедливо отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, столицу нашей республики, древняя Казань, в последние годы все чаще становится центром притяжения, хабом для различного рода международных мероприятий. Мы в этом заинтересованы. В эти дни в республике проходили и проходит экономический форум, Казань-форум. Впереди спортивные игры стран БРИКС, саммит глав государств БРИКС и многие другие масштабные общественно-политические, культурные и спортивные события. Это большое доверие, ответственность, а также признание особого статуса нашего многонационального региона. На торжественной церемонии в императорском зале были вручены знаки отличия к почетному званию «Почетный доктор Казанского федерального университета» чрезвычайному и полномочному послу государства Катар в Российской Федерации господину Ахмеду Насыри Аль-Тани. Ахмад бин Насер бин Джасим Аль-Сани. В
Напомним, что с 14 по 19 мая в Казанском федеральном университете проходит ряд мероприятий и встреч в рамках 15-го международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум-2024». Карина Саяхова, Далина Абдрахманова, Александр Антонов, Николай Осуховский, Универ Новости.